прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, прежде всего, средства индивидуальной защиты является одной из мер профилактики по распространению данной инфекции. Естественно, ношение масок, масочный режим и перчаток – это одно из средств спасения для людей, которые не болели. Вот. А также одно из средств контроля за количеством заболевших, то есть эпидемический контроль. В свое время была такая информация прошла, что ежедневный прирост заболеваемости заболевших до 600 человек является критерием для введения карантинных, жестких карантинных мер. Сейчас, я так понимаю, что более 900, но считается, что пока карантинные меры не вводятся. Вот. Поэтому в этом отношении, конечно, сложно что-то сказать, спрогнозировать на ближайшее время, но однозначно могу сказать, что меры по профилактике как личного характера, так и общегражданского должны быть. В любом случае, ношение спиц – это действительно спасает от распространения инфекции. Спасибо.